вода. Да благоволит к нам Господь. С вами Каляйка. И Грибобас. И Пикачу. И Джон Клюкер. Опять вопросы, в общем. Вопросы мужчина там задал, в общем, это. Любимый город в России? Какой любимый город в России? Твой, Каляйка, и твой? Ну, мой Сочи. А твой, Каляйка? Инта. Инта. Ну, а мой это, я как бы даже не задавался этим вопросом и особо долго в городах не жил. Ну, вот в Ижевске я так жил около 2 года где-то примерно. Ну, такого нет у меня, чтобы у меня был какой-то любимый город. Я даже не знаю. Не, мы в Сочи отдыхали с мамой, когда мы там были 5 раз в Сочи. Он там красиво, чисто. И что самое интересное, на улице ни бычка, ничего мусора не увидишь. Все было чисто, но там политики было очень много, там дежурили. Мы там по утрам ходили у бочки, все убирали территорию. Там было красиво очень. Это ладно, если бы там я в городе, ну, в каких-то городах там жил, там, или в каких-то городах был. Я бы мог бы на этот вопрос ответить, в общем. Понятно. И еще там вопрос следующий, в какую бы вот в России вы бы съездили, в России, ну, в какую сторону отдыхать, в общем. Ну, я бы съездил в Санкт-Петербург, город. Санкт-Петербург и вот это место вот туристическое какое-то место там, ну, район какой-нибудь туристический какой-то. Ну, я не знаю, там край, там, допустим, Сибирь, Алтай, там, потом как там в какую-нибудь республику, там, не знаю. Это, короче, я бы съездил в Санкт-Петербург или туда вот в сторону, как где вот это-то, где вот Тихий океан. Это не Россия. Не Россия, да? В России спросили, там, в России. Не, вот как это вот, вот забыл, как это называть. У меня вообще отец в армии служил там у меня там вот. Сахалин, что ли? Да, Сахалин. Или Новая Земля? Сахалин, Сахалин. А ты, Каляйка, в России где-нибудь была, где была бы? Ну... Любовь, подержи, пожалуйста. Может... Ага, давай. Так? На северо-запад или куда-нибудь. Ой, держи, а то я ее уже не держу. Ну, опа, комарик. Ну, в теплые края тоже. Тоже в России куда-то в теплые края, да? Да. В Крым, допустим, да? Да. Ну, в Крым, кстати, интересно съездить. Вот в Крым я бы съездил, тоже в Крым. Или в Краснодар. Краснодар? А мне знаешь, куда охота в это именно вот в туристическое место? А, аккуратно с ней. Это куда? Это вот Уральские горы, вот если по карте смотреть, Урал, да? Ага. И на той стороне Западная Сибирь. И там очень такой большой район, и там такой, знаешь, это туда ближе к это к северу, угу. В самую глушь туда мне охота побывать. О, там. Вот где-то вот, допустим, район реки Лена, там вот, знаешь, где-то вот по центру в Западной Сибири, в общем, вот там. Понятно, понятно. Спасибо, дорогие зрители, за внимание. Там еще какой-то вопрос был, сейчас не знаю, если вспомню. Про цвета? Не, про цвета-то мы уже все ответили.